театральная жизнь города в разгаре. Надо спешить, ведь в нашем распоряжении только один вечер. А вот и самая юная участница нашего концерта Лиана Исакадзе. В свои 14 лет Лиана успела снискать всеобщее признание и удостоилась высокого звания лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Послушаем в ее исполнении интродукцию и тарантеллу Сарасате. Это действительно очень изящно и очень четко и очень по-детски. Но при этом у нас такие дико серьезные лица и совершенно не участвующий организм, что это просто вызывает дикую скуку. И тут сколько ни играй, каким штрихом ни играй, какую музыку ни играй, когда смотришь визуально, что человек сидит и бум-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 бум и завело. Ну, кому это доставит удовольствие? Ради бога, остается все изящество, остается вся легкость, остается вся четкость. Очень большое динамическое разнообразие должно быть, но при этом надо очень жить. Понимаете, вот жить надо. На ваших восьмушках тоже, и у вас тоже. Пожалуйста, ну-ка, поживем немножечко. Особенно сегодня такой праздник замечательный. 3, 4! Oh!
Понимают ли дети Тбилиси, в каком чудесном городе они живут? Конечно, понимают. Первые звуки и музыки, которые я услышала, это было пение моей мамы. Она мне всегда пела колыбельную. И, как она мне рассказывает, я ей подпевала. И вдруг я подхожу к ней, чтобы накормить ее. И она поет ту арию, без слов, конечно, которую я, значит, пела. Мой брат, который на 10 лет старше меня, он же виолончелист, очень талантливый. И когда он занимался дома, я очень любила его занятия. И все время тихо залезала под рояль, и оттуда его слушала. Потому что он не разрешал никому присутствовать в комнате, когда он занимался. Вот потом самое огромное впечатление, конечно, это от пения моих родителей, которые, ну, не проходило дня, чтобы они вместе не пели. Моя мама играла на рояле еще, и мой папа пел арии из опер, некоторые церковные песни, народные песни. Он был очень одаренным, невероятно одаренным человеком. И чистым, и любил музыку. И вот он, почему мы с братом стали музыкантами, потому что его мечтой было, чтобы мы были, что его дети будут обязательно музыкантами. Когда ей было уже 4 года,